Мир всем, братья и сестры, благослови вас всех Господь и сохрани во имя Иисуса Христа. Аминь. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, а вечный. Иисус Христос пошел приготовить для нас места, и Он вернется забрать нас. Он вернется забрать свой народ, своих детей, своих братьев, своих сестер, своих друзей. Аминь. Это все стоит в Библии. Я покаялся в своей комнате. Бог спас меня от ада и вечного огня. Дал мне жизнь вечную с Богом. Дал мне путь в этом мире. Дал мне путь истинный. Дал мне путь правильный. Дал мне путь к спасению. Аминь. Потому что Иисус Христос есть истина и путь. Аминь. Иисус Христос есть свет миру. Аминь. Он сказал к народу, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Библия также говорит, истина, истина, кто будет верить в меня, в пославшего меня, кто будет идти за мной, тот будет иметь жизнь вечную. Тот перейдет из смерти в жизнь, потому что у Иисуса Христа есть ключи от ада и вечного огня. Сегодня и сейчас ты можешь попросить прощения и прийти к Богу, и идти за Богом. Аминь. Ибо знаем, что когда земной наш дом, все, что мы сейчас здесь имеем, это все пройдет. Эта хижина разрушится. Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом не рукотворенный, а вечный. Аминь. Из-за этого здесь мы все дети Божии, живем в воле Божией и собираем сокровища на небесах, не здесь на земле. Аминь. Чтобы всегда быть в вечности с тем, кто любит нас, и с тем, кто создал нас, и с тем, кто искупил нас и спас нас от ада и вечного огня. Благослови тебя, Господь, дорогой мой друг, и сохрани. Начни читать Библию и жить так, как хочет Бог, а не этот мир. Бог хочет лично познакомиться с тобой, Бог хочет лично знать тебя, Бог хочет лично жить в тебе, Бог хочет лично тебя называть своим народом, и Бог хочет лично через тебя делать свою волю. Аминь, аминь. Будем все вместе прославлять того, кто спас нас от ада и вечного огня. Это Иисус Христос.